В Восточном Казахстане начинают реконструкцию 11 объектов жилищно-коммунального хозяйства. По государственной программе «Нурлы-Жол» в Семее отремонтируют канализационные системы, в Ридере обновят водопроводные сети. Но самой масштабной станет модернизация северо-атаманского водозабора. Объект из разряда стратегический, обеспечивающий водоснабжением 3 промышленных предприятия и 2 микрорайона с населением свыше 200 тысяч человек. На водозаборе заменят 18 скважин, проложат 7 километров новых трубопроводов и установят новые водные фильтры. Северо-атаманский водозабор был введен в эксплуатацию в 1985 году, и с этого момента никаких капитальных вложений и серьезных реконструкций на этом объекте у нас не было. Оборудование в проекте заложено все достаточно современное, энергоэффективное, и мы надеемся, что на ближайшие как минимум 30 лет, то есть серьезных вопросов и каких-то основательных вложений в этот объект уже не потребуется.